упирающий ногами, да? Кому мне или ему? Он мне может сделать удушающий, он мне может упереться рукой в колено и перейти на удержание. Он может перенести сюда руку, отсюда захватить и задушить меня. Значит, и по самбо, да, болевые на ноги делать. Значит, что я могу отсюда сделать? Я могу делать отсюда переворот с переходом на удержание, могу делать удушающий, если он убирает руку, делаю удушающий ногами, и отсюда болевой. Вы знаете, что дзюдо, это очень быстро. 3-4 секунды, 5, не боретесь сразу, мате и стой, по сравнению с другими. Вот есть лупта лассо, то есть как биджиджи, то есть джиу-джитсу. Как называется, Саша? Бразильский джиу-джитсу. Бразильское джиу-джитсу. А они наоборот, они только в партере работают. У них очень интересная тоже борьба. Ближе. Значит, что? Из этого положения вы держите локти. Один локоть отпустили, ногу подняли. Второй. Раз. За колено. Оп. Перешли на удержание. Ой, на болевой. Еще раз. Значит, еще раз. Ручки. Раз. Локоть держит. Посмотрите. Отпустили. Ногу подняли. Раз. И теперь что? Не падай. Держи. Теперь смотрите. Видите, все это двигается, двигается. Оп. И отсюда. Перешел. Держу локоть. Не делаю болевой. Не беру и тащу. А держу локоть, чтобы он не убежал. Еще раз мешу. Вариантов тут много. Те, кто работает бразильские джиу-джитсу, они немножко по-другому делают. Очень хорошо, интересно у них. Но им дается время много. А дзюдо времени нет. То есть надо простой вариант делать сразу. Раз, два. Еще раз. Держите локоть. Локоть держать обязательно. Не знаю, я отсюда держал, некоторые отсюда берут. Взяли локоть. Локоть. Отпустили, ногу подняли. Раз. Видите? Ногой помогаешь себе. Здесь рука изнутри. Вот так я держу. Раз. Хоп. И перешел на болевую. Давай еще разочек. Вот Мишка, например, как он. Видите, взял? Не, вот эту вот широко. Вот отсюда. Раз. Начинает меня душить. Да? Вот душить. Я отпускаю. Раз отсюда. Раз. Раз. Махну. Оп. И перехожу на болевую. Так. Пожалуйста. А ты что сидишь? Больной? Сколько ты будешь болеть еще? Что ты не знаешь? Ты мне справку принес от папы, блин. Объясните этому человеку, что раз ты не работаешь, должна быть здесь у меня справка. Все, встань. Сейчас я разобью. Где твоя куртка, ты не погадывай. Что ты сидишь, блин? Вставай давай! Николай на это. Так. Мы вдвоем? Да. Все. Сели. Пошли. Так. С ним? Куда? Так. Где твой друг? Якобин. Сейчас получишь, что у меня пить билет. Ты должен знать. Да, да. Мы вдвоем туда. Так. Позови Влада. Влада позови. А ты вот здесь встречаешь, что Юрий Александрович? Там ты не качаешься. Не-не-не, ты вот здесь. Вот, вот. Вон там, вон там. Вон там, вон там. Вон там. Вот сюда. Вот ты, а что ты? Ему хочется побороться. Ему прошло. Уже прошло? Да, можно. Сколько ей не надо? Ладно, ты есть сегодня? Да. И на ты, пожалуйста. Да. Сейчас тебе дам. Все, первый номер. Хаджимен. Хаджимен. Чего ты с кем борешься? Так давай я курочку даю. Ладно. Аккуратненько, ты можешь делать курочку. Этот, как его, Петенька, можешь, чтобы папа написал? Прошу вас. Пожалуйста.
Liber tot pe tot scrie ce. Vă rog frumos, dați-i pașul să ne întâlnesc. Nu suntem... Scrie... Cu справку medicală, știți? Мне не надо медицинскую, папа пишет. Домну ли антринов? Я прошу вас на месяц дать Мише маленькие нагрузки в связи с болью в голове. Ой, пояснился. Хай, давай. Ты первый начинаешь, а он потом что-то поделает. Все, пошли. 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 Миша, локоть держи, а то он вытащит и все. А, середина, чтобы так. Мишка, это... Не, Аиш, Аиш. Там не мешай, вот туда, туда. Юрий Александрович. Я? Да. Ну, я тоже борюсь. Не надо мне бороться. Влад, Аиш. Туда, Петя. Влад Жумак. 50, Чинзыч. Ашизель, Флоттель. Так, вы боретесь или что вы делаете, Миша? Нафиг ты мне борешься, блин? Мне не нужна твоя борьба. Иду. Пошел, еще раз. Дай 10, мне не надо сейчас болевой. Болевой это все по-другому тянет, я вам покажу. Давай, переход на болевой. Нет. Там еще раз. Не, руку не делай. Где стоит 50? Где локоть? Лучше он сделает туда. Раз и все. И вот этот локоть сейчас обязательно. Yeah.
Держи ногу, ногу рукой, ногу держи, ногу отсюда рукой. Еще раз. Держу. Раз. Чуть-чуть раздвину. Оп. Не, наступайте сюда. И дальше. Рука под голову. И чтобы он не захватил. Оп. А тут уже я могу выбраться. Все. Первый номер. Хочу. Отпускаешь сюда, дальше, дальше пробуй еще, и поворачиваешься спиной туда, нет, разворачиваешься спиной, еще раз, спиной, да, и потом переходишь.
и сюда. Кто знает удушающий? Один сверху, другой снизу.
все приготовить, борешься. Да, Лука?